Вопросом самой важной ориентации – профессиональной, озабоченной в отрадном. Заняться этой проблемой намерены вплотную, чтобы по окончанию школы выпускники не уезжали в поисках лучшей жизни в областной центр, а оставались жить и работать в родном городе. Об этом говорили на большом родительском собрании муниципального уровня. Нина Ванина о главном. Одной из главных тем собрания стало дальнейшее обучение выпускников школ и их трудоустройство в родном городе. Такая перспектива есть у всех отрадненских школьников, причем найти себя ребята смогут не только в нефтянке, но и на производстве. Востребованы новые специальности, как рабочие, так и инженерные. Дочь Ольги учится в 7 классе, но уже сейчас задумывается над будущей профессией. С одной стороны, это правильно, конечно, но это должны и сами предприятия бороться за это, за то, чтобы специалисты оставались именно в нашем городе, не стремились покинуть куда-то, где, то есть должны они стимулировать и помогать учебным учреждениям и потом обеспечивать рабочими местами. Для отрадненских школьников предлагают несколько готовых вариантов. Администрация муниципалитета вместе с бизнес-сообществом начала работу по модернизации образования в Отрадном. Именно здесь сейчас должна начинаться новая страница в профессиональной ориентации отрадненских школьников, в которой мы очень заинтересованы. Реализуя послание губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина, мы просто обязаны заниматься нестандартными подходами к профессиональной ориентации наших ребят. В качестве знакомства с будущими специальностями в Отрадном планируют проводить дни кампании, когда школьники смогут попробовать себя в деле. Нина Ванина, Олег Айдаров, Новости губернии, Отрадный.